Сегодня у меня такая маленькая посылочка пришла. Тут цепь. Кстати, у нас мусульманские цепи достать, велосипедную цепь, достать зимой довольно сложно. И бывает заказываешь, идет посылка тоже месяц с Алиэкспресса. Но тут 9 дней, даже меньше. Я 8 марта заказывал, меньше чем за неделю мне поступил, я не раскрывал, поступила посылка. Так, смотрим, что мы имеем. Так, цепь покрыт титановым покрытием. Тут у нас ключ для снятия замочков. Давно хотел его приобрести. Тут даже натяжка на цепь, чтобы у меня все есть. Вот ключа вот этого у меня не было. Теперь у меня появился. Кстати, давно его хотел, давно. Мне когда спрашивали, там ролики снимаю, как я ремонтирую. И тоже пишут, что там снимаю, что я типа гнездо выдираю, выжимкой делаю выжимку. Вместо того, чтобы снять просто замочек. Но у меня не было этого инструмента. Теперь у меня появился. Так, посмотрим цепь. Просто шикарная. Пахнет производственной смазкой. Ну, цепь, что тут? Цепанная цепь. И, кстати, я не думал, что здесь есть в комплекте замочек. Сколько у нас? Вот тут у нас. Вот, пожалуйста. Замок, здесь описание цепи. Все, теперь ссылка будет в описании, если кому необходимо будет цепь. Мало ли, ездишь зимой. Цепь растянулась, как у меня, а достать ее проблематично зимой в городе, таком маленьком, как у нас. Просто можно у этого продавца заказать и через неделю донесли мне, принесли ее под когда-то до двери. Чем вчера звонили, значит позавчера, то вчера принесли, позавчера звонили, написали, сказали, что придут столько-то, пришли за полчаса звонок. Кстати, она легкая очень.